Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, мы играем в Deus Ex Invisible War, и надо уже начинать куда-то двигаться. Я уже начинал с этого места пытаться проходить, но что-то, в общем, ни туда, ни сюда, и решил я начать по новой, но уже с утра, скажем так, отдохнувшим, полным сил и так далее. А с коробками, в общем, происходит какая-то лабуда. Даже когда мы их все уничтожаем, к сожалению, ничего не происходит. То есть, возможно, вот как сейчас что-то упало в текстуры и не получается поэтому ни хрена. То есть, даже если мы их уничтожаем, к сожалению, с нами не заговорят после этого. То есть, у меня нету мысли, почему так происходит. Ну, я их уничтожу на всякий случай. И еще, насколько мне известно, можно выполнить только одно задание из кофейных войн. То есть, это либо чтобы петиция прошла, либо уничтожить коробки. Вот так вот. Но в данном случае вот с этими коробками происходит какая-то лабуда. А, вон, видите, да, еще одна в текстуру зашла. Так что поэтому, возможно, пропала таким же макаром и еще одна. Надо было их уничтожать, в общем, с самого начала. Фак. О, да ладно. Охереть, я в предыдущей записи заебался выполнять, я... Да, нормально, я сейчас просвистел вам тут в уши, что вот квест глючный, не выполняется, охереть. Блять, я это сохраню. Я в прошлую запись играл 30 минут. И за 30 минут я по-разному, как только не пытался, я не знал, что сделать. Охренеть. Давайте тогда попробуем сдать это задание. И посмотрим, отменится ли у нас второе по взлому терминала. Вот это да. Потом мы пойдем устраним Софию Эмерал. Потом мы пойдем в воздушный терминал этого НКВО, КВО, ПВО. Этих чуваков, короче, на которых я хочу работать. А потом будем уже думать, с каким пилотом мы полетим. Но, считайте, Софию, если мы устраним, мы уже с одним можем полететь. Если пойдем спасать еще одну, то... Так, кстати, выбор у нас увеличивается, но опять же важно понимать. Если освобождая, помогая кому-то одному, сможем ли мы начать со вторым сотрудничать, тоже вот меня этот момент интересует. Сейчас будем с этим разбираться, по крайней мере, с кофейными войнами мне надо разобраться. Почему мы идем такими окольными путями? Потому что здесь еще остались стражники, с которыми у нас не порешено. Вот. И сталкиваться с ними у меня желания никакого нету. Особенно с утра пораньше. Время, если что, неправильно показывается. У меня почему-то автоматически на час прибавляется. То есть там написано 9 утра, на самом деле сейчас 8. А рабочий день у меня с 9 начинается. Вот так вот. Bet you thought I was gonna rip you off, huh? Кофейня, это сюды, потом сюды, потом сюды. The coffee's destroyed. Кофе уничтожено. Yeah? All of it? Да, полностью. They'll have to replace the entire inventory. Им придется заменить весь склад. Хорошая работа, парень, Старсус. Вот твое вознаграждение. Интересно, какой корпорации повезет нанять людей Старсуса? Боюсь, школа держит в тайне свои промышленные контракты, даже от нас. Именно этого я и ожидал. Учитывая недружелюбную атмосферу в бизнесе, сегодня вечером был кто-то ранен во время бомбежки или что-то в этом роде. Несколько ученых, это было скорее налет. Интересно, орден обычно не ввязывается в корпоративные разборки. Ну, спасибо за кредиты, я, пожалуй, пойду. У нас уже, наверное, около 5000 кредитов. Да, 5075. Вот этот чувак нам занес нормально. Такс. Смотрим. Вернуть самолет. Нет, у нас осталось. Угу.
Круто. Так. А, не София Эмерал, не помню, откуда София Эмерал. София Сак ее зовут. А, София Эмерал — это из Quantum Break, точно, вот я дурень. Ну ладно, в жопу. Идем разбираться с Софией этой. Вершить религиозное безумие. Приветик. Инклинатор. Идем к инклинатору. После Deus Ex Invisible War еще не знаю, что мы будем проходить, но мы будем что-то коротенькое проходить, возможно, какой-нибудь там, возможно, даже квест, а только потом мы возьмемся за прохождение Mankind Divided. Он там моросит вообще. Переживает, что следят за ним. Пока я не соображаю, я уже давно наверху буду. Софию мы, наверное, попробуем для начала устранить с помощью дубинки. Пойдем там, попинаем ее что-нибудь. Еще всю охрану надо устранить ее, это, конечно, да. Потненько. Ну ничего, сейчас разберемся, я думаю. Угу. Я думаю, да, не будем париться, пойдем через сюда. Ага. Ага. Так. Да, что ты будешь, сука, делать? Оп. И все равно не хватает. Нет, хватило, кто бы мог подумать, лол. Окольными путями таки я сюда забрался. Так, туда не идем, нас там накажут. Сейчас будем здесь разбираться. Так, а у нее в комнате их там двое. Угу. Так. Вот, ослепляющая граната, берем ее. Что, тоже баба? Incoming! Орден будет доволен. Эта женщина пыталась выпихнуть нас из города. Теперь разберись с ее охраной, чтобы Сид мог забрать свою машину. Хорошо. Хотя я ее просто оглушил. Вот так вот. Так, а мы у нее покопаемся еще здесь, посмотрим, что есть интересного. Так, камеры в коридоре выключены, все выключено. Пушка на управлении. А, ну этих можно расстрелять, но я не буду так делать. Так, что-нибудь, что я не подобрал, тут есть? Походу, нет. Все чинно.
Так, а вот то, что мы потратили, конечно, это, ну, типа, не очень хорошо. Так. Тоже женщины, понятно. Как же мы будем действовать тогда? Вот так вот я его забрал. Отлично, меня устраивает. Тихо, тихо, во, вообще как надо. Все сложилось. Кто бы мог подумать, что так карты в руки лягут. Ох, прям как балетная па была. Или не знаю, ну короче, он очень красиво упал. Она. О, ослепляющая граната. А почему места нет? Вот оно что. Вот так вот. Мне ослепляющая граната, потому что нужна все-таки. Ну, пока не будем ее брать. Пусть лежит. А вот это мужик. Так, и еще один на улице остался. У вас тут будет, ребята, пати мощная. Да. Вот так вот. Так, вроде все чинно тут. Турель, сигнал тревоги. Ангар, entrance. Туда сходим сначала. А, в ангар Софии Сак. Ну давайте, с чем черт не шутит, посмотрим, что там. Может там вообще до хера охраны, и я пожалею ты вчера, что за это взялся. Так, охрана есть. Это из плохих новостей. Из более плохих, только что ее есть много. Что даже роботы есть. Что вообще так себе. Тихо. Блин, как у тебя гранату-то взять? Фак. Не удалось. Идем, значит, устранять охрану на улице. Пойдем, скажем, путем наименьшего сопротивления для начала. А дальше как получится. Опять же, что нам запрещает... предположим, также в ангар к нашим ребятам вломиться. Потому что, судя по всему, как бы это достаточно схожие миссии между собой. Так, здесь все то же самое. Тихо. Так, тут ничего нету. Stop casing the place. Вот так вот. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну и конечно же, сам знаешь, чувак, куда я тебя закину. Опа! О! Нет-нет-нет! Фак, не гори! А чё с урной стало?
Опа, это отмычка, что ли? Да, это отмычка. Вот это мы удачно зашли, я считаю. Неплохо. Так, это куда тебе? Ага. Это пусть там же где-нибудь лежит. И... пам! Трехочковый. Вот так вот. Ха-ха. Вроде все. По трубе ты не умеешь лазить? Жаль. То там на крыше явно что-то есть. Но не думаю, что туда, конечно, в действительности можно залезть. Но на коробке мы залезли. Так, ладно, сделаем сохранямбу. И попытаемся сейчас зачистить этот ангар. Ну, это действительно лучший вариант в том плане... Ну, что мы не будем с этими, с ВТО, да, их ВТО называют, с ними не будем ссориться. Но я к ним бы заглянул, чтобы просто найти терминал этот городской, через который я могу... Тихо. Тихо. Через который я могу кофейные войны выполнить. Тихо-тихо. Сейчас тревогу врубят, я чувствую. А, я еще и... Вон, бежит. Их двое бежит. Так. О, это что, тревога врублена уже? Так. Турель палит меня. Понятно. Без вариантов, значит, да? Так, сейчас я поисследую тут немного еще. Так, тут робот ходит. Жаль, конечно. Тут действительно потно придется. Не то чтобы очень легко. Квартировки ранслов. Давайте попытаемся сунуться тогда, выполнить кофейные войны. Но опять же, там убивать-то мы никого не будем. Конечно, безусловно, был самый простой вариант ей заплатить денег. А потом ее устранить. Что-то я об этом только вот слишком поздно подумал. Фак. Ну там же 250, это что-то вообще очень мало. Они бы сделали хотя бы, ну, 2500. Это бы, ну, как-то более существенно было, хотя бы, это, типа, вот, выигранные деньги с этих боев вот этих вот монстров можно было бы туда загнать. А так, мы там нафармили бабла, будет плохо, у нас 5 косых отрадить некуда. То есть финансовых вызовов у нас пока не было.
Ох, сейчас добираться еще до туда, до метро идти. Сейчас как раз мы остатки серии потратим. Я аж 30 минут где-то планировал поиграть. Никак час у нас вчера получилось. Вчера что-то вышло все из-под контроля. Опа. А давно ты, дружок, пирожок здесь стоишь? Тихо. Script time. Ах, ты подлец. Надоели вы мне уже, ребята. Охереть. Пидорас, а. Просто слов нету. Ну так вот они мерзко встали. Кто бы мог подумать. Ой, сейчас же опять от этой базы переться. Фу, блять. Или они на входе мне все-таки сохранение оформили. Так, ну хотя бы так. Уже неплохо. Короче, надо их вот довести до такого же состояния, а то надоело мне лазить по этим коллекторам. Хотя бы от этих двух придурков избавлюсь. Так. Беги. Они такие смелые стрелять возле этих штук. Да, это суисайд, а вот твой друг еще этого не понял. Блин, он возле этой бочки стоит, типа это не очень прикольно. Ну, где ты, подлец? Вот и все. Беги давай, чмо. Так, все с ними порешено. Одной проблемы меньше. Так, сохраняемся. Ну, с этими все просто обходится, они даже не замечают меня. Так что даже париться как-то с ними не надо. Да, было бы прикольно, конечно, выполним мы сейчас второе задание, чтобы всю серию чисто кофейным воинам посвятить. Ну, это типа как бы дофига идеалистичный вариант. За 5 минут? Ну, вполне возможно. Ну, сейчас посмотрим, как успевать будем. We're trying to create a new peace where everyone has access to goods that they need and has a mutual interest in keeping commerce flowing. Это
зараза все еще с нами поговорить не хочет, никакой даже кнопки нет, чтобы вызвать ее. Вангар ВТО. 26, нет, еще 25. Так. Вот так вот. This stuff at Tarsus today just proves my point. The order needs to be sent from the meeting. Зараза. Запалил он меня, кипиш поднял. Чё-чё, вот тут я вообще меньше всего хочу палиться и всех оглушать. Начинать какие-то там перестрелки и так далее. Далеко последнее, что мне надо. Одно дело секты поссориться, другое дело, как бы, это с государственной организацией, которая отвечает за безопасность. This stuff at Tarsus today just proves my point. The order needs to be banned from WTO grounds. What about freedom of religion? That's no religion, that's a cult. О, отлично, он развернулся и валит. Блин. Ой-ой-ой, он сюда идет. Тихо. Так, сейчас эта штука разворачивается и уходит. Отлично. И мы идем сюда. И здесь не открывается. Сука. Это одна из установок. Она уязвима для взрывов Эми и воздействия терминала безопасности. Сумасшествие. Блять, и это все? Так, аптечку не надо. Ломать мы ничего не будем. Так, отключить северную ракетную батарею. Выход. Так, сохраняемся, поверху переходим. Какая-то штука нас не видит. Тын-тын-тын-тын-тын. Тут, наверное, точно такая же ходит. Да, судя по звуку, я не ошибся. Тихо, тихо. Вот так, вот так, вот так, вот так. Хитро, хитро, хитро. Пока-пока. Надо еще вниз здесь будет заглянуть. Но я чувствую, нам хватит того, что мы здесь поработаем. Блять. О, а здесь вот люк какой-то есть. Но нам достаточно вот этого терминала будет. Так. Отлично, защитные системы терминала отключены. Теперь отправляйся в зал управления, чтобы включить радиомаяк. Я буду твоим пилотом, пока не смогу возобновить свою миссию. Понятно. Надо было заплатить ее долг и уничтожить ее, черт, а. Так, все еще обидно. Вот это я, кстати, сделал. А,
Нет, там же в термин... Это еще в ангаре осталось. Фак. Так, а вип-зоне... Ладно. Это мы возьмем. Здесь мы сохранимся. Почему он постоянно отмычки переключает? Я что-то не понимаю. То он одну достает, то другую. Оружейные моды. Все готово. Запрыгивай и давай убираться отсюда. Нет, пока не будем. Так, выполнила задание пилот Тева. Пилот... Так, а что у нас? Вернуть самолет, встретиться... А, заберите самолет Сида Блэка у Софии Сак. Есть еще. Встретиться у вертолета. Найдите вертолет Эва Джонсона на терминале ВТО. Имейте в виду, что оттуда вы попадете прямо к вашему следующему пункту назначения. Отправляйтесь только тогда, когда будете закончены все дела в Сиэтле. Круто. Так, взломать базу данных. Уничтожить Софию Сак и охрану. Ага, все, отлично. Мы выполним все задания. Я не уйду, пока все не сделаю. Ага, охрана туда прибежала, да? Так. Хорошая работа. Хэнк, ты невоспетый герой дня. Твое обновление программы радиомаяка не пришлось подталкивать, как обычно. Все на день раньше. Оно дало нам большую свободу выбора действий в отношении на неотвечающих объектов. Возможно, спасет чью-то жизнь. Продолжай в том же духе. Ларри Хелмс, смотритель. Так, сохраняем бы. Будем думать, что делать дальше. Сука. Блять, я еще 30 минут хотел поиграть, а уже 32. Ой, да. Ожидание реальности. Так, сейчас чуть-чуть подождем, чтобы там эта штуковина ушла. Блять, тут солдафон. А, ну все, он навалил. Фух, свалились. Баллон с газом, и ничего с ним сделать нельзя. Прячемся, конечно же, прежде чем пойдем дальше. Сохранено. Тут же охранник ходит, вот. Так, так. Как далеко? Strange, говорит, странно. Что-то дерьмо, надо спать больше. Фак. Not here. Trouble. Ooh. Хотя можно было за ней пробежать. Опа. Безопасность воздушного терминала. В ответ на недавнюю вспышку криминальной активности мы усилили ограничения на взлеты и посадки. Кроме того, мы перепрограммировали систему пуска ракет. Новые коды прилагаются. Мы не можем ставить под удар инклинатор в верхнем Сиэтле. Опа. Опять в меня кто-то палит. Нет. Наверное, сверху меня кто-то услышал. Но они слишком глупые, чтобы спуститься сюда.
Так. Фак. Так, ну раз уж я спалился, я буду все исследовать. Отлично, нам надо сюда. Это мы выяснили. Осталось попасть туда. Там-то по-любому эта штука стоит. Этот терминал, нужный мне. Вот его бы забрать и все. Вот. Все, больше мне ничего не надо. Ну, не забрать там это, программировать тыры-пыры. Вот так вот серии на час и затягиваются. Когда есть что делать, думаешь, сейчас еще делай, хуяк час просто, блять, вечная проблема. Жестко не хватает невидимости, конечно, да. Strange. Activity? Hey. Вот, они слышат, что я где-то тут хожу, но они меня не видят ни хрена. Фак, вылазь ты. Они все, наверное, там скопились. И штуку эту туда притащили даже. Опа, а тут у нас что? А мы сейчас и тут посмотрим, что интересного. Понятно, ничего. По крайней мере, с той стороны. Колдуем, колдуем, колдуем. Ей. Так, взламываем. О, дружок. Вот это я удачно зашел. По-другому и не скажешь. Это что за граната? Неизвестная какая-то. Опа. А, это обычный куб. Я что-то это купился на эту панель. О, это же улучшение. Чтобы очень, потому что красные импланты мы пока не особо юзаем. А, блин, я иногда не замечаю эти дурацкие кнопки. Но вот там то, что надо. Там сразу же к нужной нам двери она ведет. Самое важное — успеть проскользнуть. Успеем, успеем, успеем. Хе-хе-хе-хе-хе. Фак. Сука, серьезно? Ёб твою мать. Я столько парился ради этого. Тихо. Я за бочками спрятался. Must have slipped away. Так, все, проходим. Блин. Я знаю, что он здесь должен быть, в терминале. Фак. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давайте не будем торопиться, ребята. Охереть. Сука. Где же здесь может быть нужный нам терминал? В прохождении я подглядывал, он должен быть здесь. Там, конечно, такое прохождение было надъебись написанное.
Типа, ну, приходите, находите, идете дальше, проходите игру, вот, все, такое вот прохождение, как бы. Где, чё, как выглядит, вообще ни черта нету. Такс. Тихо. О, мы его видим под трубой. Все, он сваливает, надеюсь. Так, тут ничего нету, к сожалению. Попробуем еще раз. Воу! Вот это было больно. Strength, no problem. Попробуем тут. Некая граната у нас появилась. Взломать базу данных зонирования. Взломайте компьютер гражданского управляющего, управляющего на терминале ВТО, чтобы одобрить петицию о зонировании Квикига и получить вознаграждение. Блин, где она может быть? Интересно. Но, судя по всему, не тут. Или я долблюсь в шары. Эй, лохомоты. Так, ладно, загружаемся. Мы сейчас поднимемся наверх, посмотрим еще наверху. Если нету, то закончим, потому что 40 минут это уже много. Это, считайте, ну, почти уже близко к часу. А я решил отказаться от таких длинных серий. Так, ангар ВТО, значит, да? Надо выбираться отсюда. Тихо, оп. Вот здесь безопаснее всего, по-моему, пройти. Нежели там через эту бабу ходить ненормально. Так. Тут где-то охранник еще ходит. Вот где-то здесь, но он сейчас... О, вон он туда пошел. Все, скатертью дорожка. Фух, он меня даже не заметил. Ну ты и лошара, конечно. Эй. Эй-эй. Что за... А... Я думал, все, дорога в один конец. Да. Выкрутился, хуй с ним. Попробуем где-нибудь здесь поискать. Терминал ВТО. Узел Голоком. Так, камера в холле. Не то. Так, камера в фойе. Тоже не то. О, вот оно. Ха, охереть, так просто.
Все, пойдемте отчитаемся и закончим на этом. Так, мы точно не можем этой женщине доложить, что мы справились. Все, и хуй с тобой так-то. Забираем еду за это. Пусть знают вообще, что нехрен связываться со мной. Это сейчас опять через этот низ идти. О, ну окей, это последнее, что я сделаю. То есть мы дойдем, сдадим кофейные войны последние. И все. И пойду на работу. Ха-ха-ха. В рабство. Ха-ха-ха. Так. Вон туда. Bet you thought I was gonna rip you off, huh? Давай быстрее, время много. Я хочу еще хотя бы чай успеть сделать. Making that noise seems to have slipped away. Huh? No more hiding. You're ready to prevail. Сейчас ты у меня получишь. Small price for the sake of purity. Убежишь отсюда, зараза. Where did that little freak snake go? Fuck. Вали уже. Охереть, мне его убить пришлось. Нет, это плохой вариант развития событий. Черт, как это все не вовремя сейчас, а? Решили они меня искать. Вообще, какого хрена вы после того, как я уже ушел из этой локации, не респайтесь на свои места? Подонки. Я сейчас трачу время драгоценное. И опять серия в часовую превращается. Фак. Это вообще супер тупо и неправильно. Oh well. А, ну все, он ушел. Отлично. Где-то здесь еще эти два придурка бегают, которые сдались. А, это новобранцы сдаются, а те не сдаются, типа опытные солдаты. Дерутся до конца. Молодцы, удачи им, что я тут еще скажу. Ангар Софии Эмерал мы будем в следующей части чистить, я так понимаю. Ага, опять София Эмерал. Как она там? Сэк-сак, я уже не помню. They'll always need us for their dirty work. Like my brother Danny. Please, the boss. Капец, 49 минут. Ужас, ужас, давай быстрее, молю тебя. Давай, давай, ползи, ползи. Ну... Ну ай-пятый же, ну какого хрена? Ну, спрыгивай, спрыгивай, yes. I took care of the zoning. Я разобрался с зонированием. It's for real, then?
Это правда, да, вы это сделали? Мой адвокат звонил всего минут назад, я думал, что он шутит. А теперь как насчет компенсации? А, да-да-да, конечно. Я теперь могу перестать быть первым менеджером Хиггса, чтобы начать работать в Enclave ТВО. Это того стоило, вот, пожалуйста. Спасибо, удачи на новом поприще. Все, отлично. У нас осталось всего 4 задания. Да даже еще меньше, остальные просто свалить отсюда. Сохраняемся. И на этом всем спасибо, кто смотрел. Обязательно увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи.